Вьетнам – это красивейшая страна разнообразия, экзотическая, чарующая и манящая своей древнейшей историей и культурой, открывающая туристам невероятные чудеса. Все, что касается отдыха. Пегас Туристик. Здравствуйте, я Лилия Юнусова, директор премиум-клуба «Путешествия свои люди». Совместно с туроператором «Пегас Туристик» мы продолжаем серию передач о необыкновенной стране – Вьетнам. В этом выпуске я расскажу вам про курорт Ничанг. Именно сюда летают прямые рейсы из Уфы. Ничанг входит в тридцатку самых красивых бухт мира. Этот туристический город с развитой инфраструктурой раскинулся в живописном уголке на берегу Южно-Китайского моря. Отели здесь разной категории, от совсем дешевых двух звезд до роскошных лакшери на отдельном острове. Мы посетим роскошные отели Вьетнама, где сейчас проводят отпуск известные хоккеисты, а недавно отдыхал Владимир Путин. Если рассматривать городские отели Ничанга, то они расположены через дорогу от моря. Пляжи здесь красивые, но не оборудованные шезлонгами, за исключением нескольких пятизвездочных отелей. О них я расскажу немного позже. А начнем с недорогого отеля 4 звезды на отдельном острове. Отель Хутам находится недалеко от города, всего в 15 минутах морской прогулки на катере. Освежающий бриз и великолепные виды на одну из самых красивых бухт мира уже располагают к спокойному отдыху вдали от городского шума. Хутам Резорт – это изысканный курортный отель, который позволит расслабиться и приятно отдохнуть, наслаждаясь красотой океана и лучами теплого солнца. Это особенное место, где бы вы ни находились – у бассейна, у моря, в ресторане или на террасе номера – всюду открываются неповторимые пейзажи и мастерство ландшафтных дизайнеров. Городские отели категории 3 и 4 звезды очень сильно отличаются друг от друга. Например, есть трешки с номерами-комнатушками, без окон и хорошие трехзвездочные отели с красивой мебелью и большими просторными номерами. Даже в трехзвездочном отеле консультанты премиум-клуба путешествий могут подобрать достойный номер, например, как этот Deluxe Suite. В Ничанге есть достойный выбор среди трехзвездочных отелей. Например, Сиэнсан. Здесь комфортабельные номера и уютный спа. Свои люди знают все особенности отелей. Например, в этом комфортабельном номере, в отеле, пусть трехзвездочном, но достойном, есть один большой-большой недостаток. Помимо красивого вида на море и шума прибоя, вы будете слышать звуки со стройки. Diamond Bay Resort and Spa – четырехзвездочный отель с двумя собственными пляжами. Расположился на берегу собственной бухты. Но хочу отметить, бухта довольно мелковата и отлично подойдет для маленьких детей. На роскошной территории отеля расположен детский клуб, все для активного отдыха, волейбольная, баскетбольная площадка. Отель окружен живописными горами, вдали от городской суеты. Но если вы вдруг заскучаете, за 15 минут вас довезут бесплатный шаттл до города Ничанга. Четырехзвездочный отель Diamond Bay Resort and Spa покорил мое сердце своей прекрасной природой, пляжем с белым песочком и отличным завтраком. Отель открыл свои двери в 2001 году и уже заслужил популярность среди туристов с разных стран. Именно здесь в 2008 году проходил престижный конкурс «Мисс Вселенная». До отеля Wind Pearl можно добраться очень быстро. У вас займет всего лишь 5 минут морской прогулки на яхте. Или есть второй способ, это самая длинная в мире канатная дорога, но вы сможете полюбоваться бухтой Ничанг с высоты птичьего полета. А сейчас я отправляюсь в комплекс Wind Pearl, где находятся, пожалуй, самые лучшие отели Ничанга. Недаром в переводе он означает «жемчужину Вьетнама». Шикарный пляж, прекрасные номера, большая зеленая территория собственного острова. В этом отеле не к чему придраться. Он по праву считается местом для комфортного отдыха. Лишним подтверждением тому является отличный сервис, начиная от встречи и заканчивая обслуживанием на пляже. Отель для людей, ценящих спокойный отдых с великолепным меню и комплексом развлечений для детей и взрослых. Отель Wind Pearl Resort – это огромный комплекс, который занял территорию всего острова. Здесь шикарнейший пляж, гольф-поля, аквапарк
и Луна Парк. Территория поделена на две зоны – для проживания и развлечений. В зоне проживания – два корпуса, два бассейна и пляжный бар. Если вы выбираете размещение в центральном корпусе, то вид с вашего балкона будет даже лучше, чем на некоторых рекламных фотографиях. Номер просторный и очень уютный. Deluxe Ocean View, Executive Bungalow, Family Suite, Apartments Luxury. Огромный выбор названий, просто кружит голову. Специалисты премиум-клуба путешествий помогут вам выбрать лучшее именно для вас. Отель Винперо Лакшери расположен в удивительно живописном месте на острове Хонче в бухте Нячанг. Отель Винперо Резорт – один из лучших в Нячанге. Он состоит из двух частей – обычный Винперо и Винперо Лакшери. Сейчас мы находимся на ресепшене отеля Лакшери. Отель действительно шикарен. Именно здесь месяц назад отдыхал Владимир Владимирович Путин, а сейчас здесь проводят свое время хоккеисты. Это идеальное место для спокойного пляжного отдыха, мягкий белый песочек и кристально чистая вода. Вокруг тишина и покой. Винперл Лакши стоит из шикарных бунгало. Это бунгало Бичфронт. Посмотрите, какой просторный номер с приватным бассейном, красивой мебелью и элементами декора. Все соответствует категории лакшери. Спа в отеле выше всяких похвал. Красивейшие спа-виллы стоят на сваях прямо в море, где вас приятно обдувает ветерком, шумят волны, незабываемые ощущения. Это настоящий вьетнамский лакшери-спа. 4 приватных домика, расположенных над морем. Самый лучший номер отеля – президентская вилла. Именно здесь недавно отдыхал Владимир Путин. Роскошная кровать, достойная королевских особ и президента. Хотите отдыхать роскошно? В президентской вилле с приватным бассейном, сауной и джакузи вы сможете себе это позволить. Двухэтажная президентская бунгало на 6 персон будет стоить за ночь от 1500 долларов в зависимости от сезона. Премиум-клуб путешествий «Свои люди» поможет вам выбрать самые лучшие отели Вьетнама и роскошные номера. А после релаксирующего отдыха можно отправиться в парк развлечений, который расположен здесь же на острове. В отеле Винперл есть не только мини-клуб, а также парк аттракционов и аквапарк. Любителям морских глубин советую посетить океанариум с подводными обитателями теплого Южно-Китайского моря. До отеля Винтуру можно добраться двумя способами. Первый – это 5 минут на яхте, а второй – очень романтичный, это на самой протяженной канатной дороге над уровнем моря. Позвольте рассказать вам о премиум-клубе «Путешествия свои люди». Консультанты премиум-клуба были во многих странах и досконально знают отели и лучшие курорты мира. Ваш персональный консультант, как личный доктор, знает все о ваших вкусах и предпочтениях. И главное, в нашем офисе вы не встретите случайных людей, которые бегают по городу в поисках самых низких цен. Члены нашего клуба – свои люди, привыкшие к роскошному отдыху и качественным услугам премиум-класса. Добро пожаловать в премиум-клуб «Путешествия свои люди». Мы всегда рады вас видеть.